Необычный флешмоб провели в Ишиме. По инициативе общественного объединения «Молодая гвардия» наш город вместе с сотнями других населенных пунктов планеты провел так называемый «час земли». Вечером 31 марта ровно на час все студенты, проживающие в общежитии пединститута, выключили свет в своих комнатах. Главной задачей подобного мероприятия было продемонстрировать всем, что действия против глобального потепления не только необходимы, но и вполне возможны. Суть заключается в том, что вот когда выключают где-то свет, у людей возникает вопрос, зачем, собственно, выключили свет? И когда люди начинают этим вопросом интересоваться, они начинают узнавать, что существует такая проблема глобального потепления. Хоть она и считается в науке спорной, но тем не менее можно сказать, что не является спорной в науке, что экологические проблемы – это те проблемы, которые сейчас довольно-таки важны. Час Земли впервые прошел в 2007 году в Австралии, и с тех пор это ежегодное международное событие, главным организатором которого стал Всемирный фонд дикой природы. По оценкам фонда, в этом году акция коснулась более миллиарда жителей планеты. Ишимцы поучаствовали в подобном мероприятии впервые.